да. Перед вами группа Брейдер, представьтесь. Я Влад. На чем ты играешь, Влад? Играю на бас-гитаре. Я Эскобар. Ладно, там можно ничего больше. Нет. Я Валера. Я Коля, на барабанах. Ребята, как давно вы образовались? И почему именно Брейдер? Что? Почему группа называется именно Брейдер? А ну хер его знает. Ну, Брейдер, блядь. Ну, Брейдер. Да, Брейдер это, короче, да. Ну, это, так короче... сказать, твое мировоззрение. Залим, покажи, блядь. Печать. Печать. У меня на члене вот такая печать. Я тебе, если хочешь, могу потом после интервью показать индивидуально. Ну хорошо, тогда скажи мне, пожалуйста, как давно ты в себе обнаружил такой вокальный, такие вокальные данные? Да вон обнаружил. Вон обнаружил. Семи вокалов. Пою, нехуй делать. Могу и так, знаешь, и сяк. Вообще, что вы все у меня вопросы задаете? Вы спрашиваете. Ну ты как лидер, я тебе задаю вопросы. Какого подсознания? А кто пишет тексты песен? Пишет тексты нам никто. Тексты у нас чисто сугубо психологические и возникают спонтанно. Ну, это не есть, то есть сказать, музыка. Это данный этап, так называемая эйфория. Ну, поддерживаемая наркотическими веществами там. Но самое лучшее, это использовать морфиногидрохлорид, 5% раствор. Потому что он как бы тонизирует человеческий организм, подстегивает его психику. Ну, и дело в том, что видите. А ну, даже когда вот... Например, выступаешь в таких, пронизанных сплошь и рядом, таким опиумным дурманом молодых лиц, то оно, например, видно сразу, что там, чем отличается от чего. А чувствуется разница между бомбером и, допустим, этим концертом? Что то хуйня, что это хуйня. Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Потом можете вырезать полностью, блядь, этот камеру, нахуй. То... Спасибо. Пару слов. То, что вот это, я вообще охеревший, что это, блядь, такое, в натуре. У нас на репетиции вот так чуваки приходят поугарать, блядь. О, блядь. Ну да, блядь, умана. Zero Hero. No. Zero Hero.